Певица из Барнаула Анна Филипчук стала 10-й на международном конкурсе «Детское Евровидение». Финал музыкального шоу состоялся накануне. Наша участница представила песню «Непобедимы». За хрустальный микрофон главный приз международного конкурса боролась 20 стран. Анна Филипчук набрала 122 балла. Для сравнения, победительница детского Евровидения, 13-летняя Роксана Венгель из Польши, по итогам голосования получила 215 баллов. К слову, второе место досталось Франции, третье за Австралией. Болельщики нашей Анны Филипчук, которые наблюдали за ее выступлением по телевизору, считают, что барнаульская певица достойна быть в лидерах. Конкурсе, к сожалению, помимо каких-то творческих вещей, на авансцену выходят не творческие, а там, если угодно, политические и прочие подтексты. Но от этого никуда не деться, видимо. Роль свою это сыграла. По поводу победительницы, честно говоря, не произвела она на меня впечатления. По поводу места итогового. Ну, какой смысл обсуждать, все уже произошло. Я не совсем согласен с результатами этого мероприятия. Но в любом случае, это опыт для нашей участницы. Я добра желаю, удачи.